14-я Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов прошла с 27 июля по 7 августа 2023 года в Татарстане. Всего участвовало 40 команд, в том числе и представители Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Узбекистана. Первое место заняла команда «Ромашки» IT-лицея Казанского федерального университета. Подготовка команд проходила в течение 2 лет в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. 14-я Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов проходила в течение 10 дней с 27 июля по 7 августа и включала в себя 11 соревнований, 4 конкурса и научно-практическую конференцию. Основными из них, которые учитываются в общекомандном зачете, являются следующие: геологический маршрут, геологический разрез, палеонтология, минералогия и петрография, гидрология, радиометрия, шлиховое пробивание, нефтегаз, основы техники безопасности, организация полевой стоянки и описание геологического памятника. Подготовка к олимпиаде велась еще до самого мероприятия в течение 2 плодотворных лет.